Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый симулятор вождения, где отлетают колеса, грязь, крутые тачки и тому подобное. Даже чем-то смахивает на Форзу. Игра платная, но в моем телеграм-канале можно скачать ее бесплатно. Все понятно? Также, ребята, в описании будет оригинальная ссылочка, чтобы не было проблем с разработчиком. Теперь все понятно. Давайте смотреть. Главное меню — это наш гонщик Nissan на фоне. Да-да, сейчас будем на нем кататься, либо же на другом автомобиле. Так, куда я нажал? Это персонажи, понятно, выходим назад, это тачки, ниссанчики всякие, джипы есть, бугатти, так, листаем еще, бэхи, еще джипа, о, митсубиси, да, листаем дальше, короче, сейчас я выберу ниссан и будем с вами гонять по грязи там, ломать его колеса, чтобы отлетали. Так, это покраска, это получается включить дрифт режим, давайте его включим. Это мойка, потому что машина наша будет постоянно мараться. Вы готовы? Я готов, выбираем режим, все, поехали. Так, давай. Газ, пол, вух, все, поехали, бум. Так, это типа деньги, да, были или что это? Так, а куда ехать? А, я знаю, ребята, здесь есть трамплин, нифиговый, сейчас я с помощью нитро взлечу. Вид от первого лица также имеется, можно погонять так, если ты хочешь, либо так вот, а лучше всего вот так вот. Подождите, ребята, еще такого экстрима нет, во-во-во, отлично, да, нитро и взлетаем, отлично. Что-то, ребята, у меня уже там стекла потрескались и колесо отлетело, нормально, я так покатался. Так, рестарт. Сейчас хочу найти офигенную дорогу, такую, знаете, полевую. И там нормально подрифтеть. А, да, кстати, у меня же стоит дрифт-режим. Я думаю, что у меня так машину заносит, а? Так, газ пол. Опа, не, хорошо. Так, где же эта дорога? Деревья ломаются, да. В принципе, мелочь, но, возможно, кому-то эта деталька и понравится. Так, куда ехать? Блин, где эта дорога? Большая карта, просто-напросто фиг знает, куда ехать. Но все-таки это симулятор, просто катайся, наслаждайся. Да, я вроде нашел эту дорогу, вот она, да-да-да, отлично. Все, ребята, газ пол и наваливаем с вами бочком. Блин, дорога кончилась, нормально я так покатался по полевой дороге и заморал нашу машину. Ну ничего страшного. Так, гоним, давай сюда, вот, опять эта дорога, отлично. Разворачиваемся, газ пол, подожди, нет, вот так вот. Да ё-моё! Где эта дорога полевая? Я хочу, чтобы наша машина была грязная. Ладно, ребята, пока нету. Будем просто-напросто так кататься. Возможно, что-то интересное с вами найдем. Думаю, что под конец можно еще выбрать другой автомобиль, чтобы было разнообразно. Так, давай вот так вот с ручника. Нитро. И врезаемся, посмотрим на типа повреждения. Колесо отваливается, это нормально, но все же давайте посмотрим еще какие повреждения будут. Так, просто летим и в стеночку. Ого! Нормально так. Вот это я вообще не ожидал, если честно, что такое произойдет. Так, автомобили, что у меня есть в гараже? Некоторые еще нужно покупать. Так, о, джип есть, давайте его выберем. Так, назад. Сюда, все, поехали. И будем с вами завершать обзор данной игры. Типа Форзы. Да нет, ребята, возможно, это громкое название, но, знаете, вот прям какая-то маленькая-прималенькая схожесть все-таки есть. Не знаю, как вам, но мне почему-то так кажется. А я нашел полевую дорогу, вот она, посмотрите, представьте, я сколько катаюсь и только сейчас ее заметил. Просто выбрав джип, как-то все... Так ярко стало, как будто утро. А когда я на Ниссане катался, как будто день, и я ничего не видел. О, внедорожники, бездорожье. Или типа выбираешь внедорожник, начинается карта по бездорожью. Типа что-то такого, что ли? Так, машина еще не морается. Ну, сейчас мы ее замораем. Так, давай сюда. Все, газ пол. Посмотрите, какая дорога. Все, гоним. Что-то, ребята, наш джипик... Пока что не морается, но он, по сути, должен... О, потихонечку грязь появляется. Газпол, все, поехали. Во, какая полевая дорога, пыль, давай, морайся. Да, потихонечку морается, это хорошо. Вид от первого лица, ну, немножечко такой, знаете, слабенький вид от первого лица, если честно. Ладно, давайте на этой картине завершать обзор данной игры. Это все, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.